Доброе утречко всем. Мы сейчас находимся в Москве на улице Марксистская. И сегодня я по-настоящему удивлен, потому что я планировал потренироваться на одной площадке. И там и потренируюсь. Но когда я пришел, я видел, что зону воркаута здесь расширили. На самом деле, то есть видите? Оп-оп-оп, зона воркаута. Воркаут-площадочка. Ну, кстати, воркаут-площадка, где-то писали зону воркаута, что меня пугало. И здесь поставили железные тренажеры. Но, походу, действительно прочные. Я уже пробил, что за компания, но здесь огромное количество тренажеров, которые вы уже видели раньше. Да, везде. Но они выполнены из... Это дерево? Да, дерево. Они выполнены так, если посмотреть с виду, гораздо более качественно, чем та желто-красная хренотень, которую вы видели в предыдущих роликах. Я не знаю, насколько это в действительности будет работать, потому что вот уже видны, да, какие-то вещи, которые поотваливались. Да. Вот видите, например, вещи. Ну, скорее всего, эта фигня вся так же развалится быстро, как и желто-красный. Может быть, чуть помедленнее. Но меня порадовала вот эта вот необычная вещь. Такое дерево с турниками. Прикольно. Плохо только, что все они одной ширины, без узкого хвата нормального, с резиновыми ручками. Это немножко расстраивает, конечно. Да, могли бы придумать что-то получше. И вторая вещь, которая мне здесь очень понравилась и порадовала, это вот это. Вот это интересные такие полубрусья, полуконструкция для тренировки пресса. Я просто буквально вчера разговаривал с Максом Поповым из Кенгуру, мы сейчас пойдем на их площадку. И он сказал, что тяжело сделать такие вот длинные, потому что будет гулять металл под нагрузкой. Вот, и поэтому у них гораздо короче брусья. А вот такие длинные — это то, что нужно. Я не знаю, Макс, почему? Можете делать такие, пожалуйста? Хотя бы такие, это же будет очень круто. И с точки зрения фристайла и всего, это даст гораздо больше возможностей. Ну а теперь мы идем на площадочку Кенгуру. Собственно, на ней я и планировал потренироваться сегодня. Стандартно мой любимый комплекс. Да, и рядом с ним же гнутые брусья, которые прекрасны. То есть, если вот посмотреть на это все дело вот так, все, больше ничего для тренировок не нужно. Здесь все, что есть. Единственное, что вот эта вот перекладина, она дико раздражает. То есть, если она нужна, конечно, для того, чтобы не шатались стороны, это одно дело, с другой стороны, блин, реально мешает, когда ты что-то делаешь интересное. Вот такой вот здесь есть комплекс. Комплекс. Вот такой комплекс с перекладинкой. Да. Каскадик турничков низких. И основной комплекс. Дальше, что здесь есть? Ну, естественно, наша странная байда. Причем довольно высокая и непонятно, что с ней делать. Двойные гнутые брусья, еще одни. Прекрасно. Люблю площадки, на которых несколько гнутых брусьев. Есть еще и обычные брусья. То есть это прям вот радость. Радость. Всем хватит брусьев. И вот такой вот каскад, треугольник турников, который очень ложовый, бесполезный, бессмысленный. Зачем на него тратить деньги? Единственное, что он, конечно, вписывается в дизайн площадки. Отличный. В общем, вот так выглядит площадка, на которой я буду тренироваться сегодня. Буду делать комплекс, который будет состоять из 15 минут тренировочных. Мы делаем одно подтягивание. Нет, мы делаем 4 отжимания, по 2 выпада на каждую ногу и по одному подтягиванию. И все это без остановки в течение 15 минут. Вот такие вот дела сегодня. А сейчас пока разомнусь и погнали.
Вот такая вот тренировка вышла в турбоблоке. Согласен с теми, кто считает, что нагрузка недостаточно велика получается. Честно говоря, я тоже не особо устал после 15 минут. Единственное, что у меня давали знать о себе плечики после вчерашней тренировки патриотов, очень сильно после этих отжиманий. Вот. Ну и все равно это все зависит от темпа, в каком вы делаете. То есть, если вы делаете быстрее, вам будет сложнее. Если вы делаете медленнее, будет полегче. В любом случае, акцентируйте на качестве исполнения. То есть, вы должны все упражнения делать четко. А время... Ну, мне стало скучно на 8 минутах, когда я первый раз подошел. Вот, мне стало скучно и хотелось бросить уже это дело немножко. Да, чтобы тяжело, вот именно это однообразие, оно угнетает. Но определенный смысл есть именно и в этом. Так же, как и в жизни. Далеко не всегда у вас будет что-то получаться, и нужно будет получаться сразу. Нужно будет продолжать и продолжать и продолжать и продолжать действовать. До тех пор, пока вы не получите результат. В данном случае результат – это продержаться до 15 минут. Я продержался. Так что, в принципе, я собой доволен. Вот, тренировочка вышла неплохой. Ну, а более такая, знаете, не на мышце. Если продвинутый блок был весь на мышце, то здесь какое-то возвращение к истокам, к круговым тренировкам, к кардионагрузке. Тем более, если вам уровень позволяет, и потяги вас не так сильно напрягают. Вот. Такие вот дела на сегодня. Приятно был удивлен новой площадкой, как я уже сказал в начале видео. Ну, а завтра новый день. Еще один шаг навстречу финалу. Так что продолжаем. Увидимся завтра и удачной тренировки, если вы еще не потренировались. Пока.